найти вертолет-то, который... О! Ира такой Рэмбо, блин. Не торопиться. Дать всем убиться. Граната, граната, граната. Да твою мать, ты где граната-то? Уйди, нахуй. Ма! Красота! Красота просто была. Жалко, что одна всего. Так, где дохлый? Допустим. Блядь! Вот это да, РПГ. Так, минус один. Ай-яй-яй, быстрей, 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 быстрей! Собака! Чего так долго? По нему стреляет, знаешь, фигачит, короче, а он такой... Одну, короче, зарядил такой... Вторую, такой чпок, короче, спокойненько такой, знаешь. Жесть. В смысле? От кровотечения сдох, что ли? А еще я сдох. Решил, ну его нахер, короче, я лучше посижу и сдохну. Идем, идем. Засада! 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 Сосата! Где? Покажи. А ну, сосата! Сосата! Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкер Тень Чернобыля. А такое слышали? Ну давай. Забабаться чем. Паркуются в лесочке на баре двое сталкеров. Первый крутой такой весь, аж из ушей лезет. На ландровере, ну или типа того. Второй замухрыжистый на драной Ниве. Ну и начинает крутой прикалываться, глядя, как тот все никак дверцу помятую захлопнуть не может. Кричит ему: мужик, что ты со своей развалюхой морочишься? Кому она нужна? Ты бы еще противоугонку поставил, комик. Я вон свою и то не закрываю. Кого тут бояться? Ну, второй молчит, а двери кое-как все-таки закрыл. Возвращается он, значит, из бара, а крутой молча стоит у своей машины, как окаменел, и только в салон смотрит. Сталкер подходит, тоже смотрит, а потом сочувственно так: да, приятель, не повезло. У меня вот тоже такое как-то случилось. Не закрыл дверей, так бюреры залезли и засрали все в усмерть. Я что-то немножко не понял, но ладно. Окей, короче, мы продолжаем с вами проходить побочные задания, но первым делом у нас есть незаконченное еще дело. Вот, нужно отнести оружие. Оружие, потерянное оружие Долговца, короче, в бар Сторинген. Вот. И взять уже следующее задание. Автоматик выбираем. Окей, так, в комментах вы сказали... Ну, у нас есть... так, мы взяли, по-моему... Нашли... прицел. Вот. В комментах вы сказали, что прицел пригодится, так как в лаборатории... Ну, X-18, по сюжетному заданию, если идти, есть оружейный шкафчик. Там должна находиться броня, короче, и... калаш с подствольником, вот, подствольным гранатометом. Поэтому, пока мы сейчас оптику выложим в тайник, никуда ее девать не будем, просто ее выложим в тайник, и когда уже пойдем по сюжетному заданию, короче, когда уже пойдем к лаборатории X-18, возьмем его с собой, чтобы на месте там, короче, прицепить к этому калашу этот прицел. И будет все наш. У нас. Вообще, все круто будет. Все, что нужно, все, что я хотел, в принципе, это оптика. Ну, нормальный, да. Автомат и. Подствольный гранатомет. Вот. Так что так. Да что такое-то? Свободные
Вот. Что еще, что еще, что еще? Там еще будет бронька. Ну, я надеюсь, что бронька... В принципе, сама вот, ну, броня, как бы, да, ну, защищающая. Конечно, да, там, пулестойкость, вся фигня, это, ну... Я хочу, чтобы было побольше, но, как бы, это для меня это не главное. Мне главное, чтобы... я надеюсь, что она будет... повысит грузоподъемность. Вот. Я как бы на это надеюсь. Дороги, хотя бы, знаешь, хотя бы на 10... Иди своей дороги, хотя бы на 10 килограмм. Дороги, уже, наверное, я думаю, будет ощутимо, уже будет лучше. Вот. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что какая-то бронька там будет тоже хороша. Все-таки это лаборатория, все-таки это секретные разработки, секретная вся эта дичь, короче. Поэтому я думаю, надеюсь, проходи, что будет все отлично. Так, мы прибыли, короче, в Барстон Сторинген. Эх, чё? Так, кого? Вот этого, да? Не тормози, моя информация может тебе пригодиться. Так, я по поводу задания. Чё? Так, задание выполнено. Вот гонорар. Абакан штурмовой, слизняк. Так, на данный момент все, ничего нет. Продать ему тоже, в принципе... нет, можно, кстати, продать ему. У него денег не хватает. Ну, вот это вот можно продать, кстати. Так поневоле начнешь пить, чтоб все забросить. Ну, вот такой вот. Сделаем. Вот такую махинацию. Как ты у меня всегда есть кое-что интересное. Так, остальное, наверное, продадим вот ему. У него, в принципе, ничего не появилось, только патрончики для автомата, да? Их, наверное, купим. Заберем. Так, что можно продать? Продать вот это. Выверт. И каменный цветок, наверное, две штуки. Вот так. Да если бы еще хабар не хуже. Остальное это мое, остальное я не отдам. Вот так. Неплохой обмен. Не тормози, все выходит. Так, выкладываем. Ага. Выложили. Так, патрончики, наверное, тоже немного выложим. Оставим где-то, наверное... Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня... Ну, давай, 98, как бы, знаешь, типа соточка, да? Так, для пистолета. Так... А это пускай 40 будет. Моя информация может тебе пригодиться. Ну и в принципе, как бы все хорошо, неплохо. О, кстати, слизняк еще один есть, да? Можно тоже продать, смотри. Сейчас мы это сделаем. Так, остальное все по 5. Подходи, а, еще вот колючка. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Еще колючка. Бармен, давай сюда. Камон, у меня еще для тебя есть. Ну что, дружище? Товар. На, держи. И вот эту одну. Все отлично. Живище. Все шикарно. Так, у вас не появилось, моя ребят? Информация может тебе пригодиться. Работа никакая. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. На данный момент ничего нет. Окей. Не тормози, мужик. Моя информация может так, тебе пригодиться. Так, здесь что-нибудь у нас появилось новое? Чтобы сразу посмотреть. Вот. Журнал. Подходи, схема, сталкер. Для таких, да, как понятно. Ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Заметки, бармен. Ну, в принципе, все, да? Так, давай продолжим. У этого тоже ничего нет. Если кто может тебе ну что? Подходи, сталкер. Для горюй. Таких, как ты, у меня всегда Гришка замок. Чего тебе? Так, можешь что-нибудь рассказать полезное? Для новичка, говоришь? Ну, слушай, наверное, а на севере совсем недалеко от выжигателя мозгов на старой военной базе находится группировка «Свобода». Отъявленные нигилисты, анархисты и преступники, борцы за свободу и ядрить их налево, партизаны хреновы. А все, чем они занимаются, это диверсии против научных групп, обстрел армейских частей, постоянная грязня с долгом, недавно перешедшая в маленькую войну на выживание. Я могу дать тебе только один совет, никогда с ними не связывайся. Куда только совсем оторванных принимают. Если за твою голову нет награды, не примут. Можешь себе такое представить.
Спасибо за совет. А, и все, да? Ты просто так горюешь, да? Значит, тебе ничего помощи не нужна. Ну окей, ладно. Так, у тебя что у нас есть? Привет. Если кто помог. У старых складов, знаешь, свободовцев база. Они, ребята, беспечальные, душевные. С ними под бутылочку чего хорошего посидеть. Одно удовольствие. И долго вокруг бара не мельтешит. Так, понятно. Угу. Так. Эх, чё? Так, мы читали, да, это тоже какое-то фамильное оружие. Как меня так. Продолжай. Все отдам, дружище, только верни ружье. Молю тебя, потерял я его возле жилища кровососов. Сейчас скину тебе координаты этого места. И поосторожнее там, твари эти очень злобные. Ого, ого. Жилище кровососов. Кровососов мы, по-моему, видели, помните, да, в этих в катакомбах, там такие, которые исчезают. У них еще этот хоботок можно оторвать. Так. Черт, меня дернул. Я тебя не обману. Но это в твоих же интересах, понял, чувак? Ладно. Окей. Окей. Фамильное ружье. Дикая территория. Дикая территория. А. Эх, так я вот. Если кто помог. Так я вот недалеко, в принципе. Окей. Ну я думаю, блин. Кровососы, это, блин. Ну вы писали в комментах, что. Как бы они такие опасные твари, в принципе. А там еще и логово. Так, ладно. Дикая территория, значит, у нас на этой локации получается. На этой же. Ну, судя по карте, на этой же локации находится. Интересно, а мы уже можем на арене повоевать? Надо будет... сейчас вот после задания посмотрим, как пойдет задание, да? Если сейчас выполним быстро... Зайдем на арену, посмотрим. Сможем ли мы. А! Нет, это на другой локации. Я думал, на этой же. Ну ладно. Дикая территория. Так, наверное, скорее лучше будет выбрать пока ружьишко. Потому что вдруг мутанты. А дикая территория, это дикая территория. Ну-с, посмотрим. Прям, вот чувствуете, да, уже дикостью пахнет какой-то. Тачки тут разрушенные. Не понял. Что-то проголодался-то опять. Так. Вернуться за наградой, в смысле? Я же еще не нашел ничего. Так, окей. Если честно, я нихера не понимаю, что... Волкодав, у нас гости. Какой-то сталкер лезет прямо на нас. Что с ним будем делать? Ты что, не знаешь, что с свидетелями делать? Кончайте его. Свидетели? Понял, сделаем. Да я вообще по своим делам пришел, народ. Опа, я вижу. Кончайте, говорит его. Нифига себе. Ага. Как минимум двое, да? Кончайте, говорит его. Сейчас я вам кончу его. Я хз, кто это такие, короче, но, блин. Настроены они были недружелюбно.
Я еще одного там вижу. Я убил его? Нет, нет, шевелится. Шеволится еще. Ляп, ты умирать-то будешь? Патроны-то не бесконечные. Ой. Убил. А ты? Не, а, шеволит. Все. Так, допустим. Что это за черти? Чему-то я, короче, помешал. Вон еще один. Какие-то снайпера, короче, ты дал, да? Бляха, заклинило. Уже заклинило, нифига себе. Ну, если это снайпера, то они что-то как-то... Еще есть. Если это снайпера, то что-то как-то они криво стреляют. Видел, видал, даже ни разу не попал по мне. Я как настоящий спецназ, короче. Да, я что-то чувствую, это задание затянется. Не думал, что я здесь кого-то встречу. Это ж дикая территория. Это ж дикая территория. Здесь либо все дикие, либо вообще никого не должно быть, кроме мутантов. Как-то страхово, блин. Лезть-то туда. Окей, ладно. Так, перебежечками. Аккуратненько. Пока, в принципе, никого не вижу. Я заберу. Они, наверное, по ту сторону. В фургон-то я не могу зайти, да? Ёпта, где? Давай ты не будешь. Давай ты не будешь меня сейчас тут убивать. О, патрончики, хорошо. Так, а как мне... забраться туда наверх. Есть какой-то проход? Здесь я не могу. Так, ладно. Надо что-то думать, надо что-то придумать. Ага, все. Нашел. Так. Гниды. Всем выйти. Ага. Всем выйти из сумрака. Провалено. Да блин, это уничтожение лагеря, она всегда будет провалена. Че, как, завалил? Завалил говно? Бляха, я думаю, что он еще здесь. Еще кто-то здесь есть. Поэтому надо аккуратно, очень аккуратно. Не хватало мне еще этих ублюдков здесь. Так, ладно, пока тишина. Эх, что за автомат? Епта! С дороги. Кто? Кто это такие-то? Рома-хирург. Наемник. Наемники какие-то. Что за автомат? Смотри-ка, покруче будет. Так, а патроны? Обычный 5.56 на 45. А, такие же, как у меня, да, патроны? Угу. Допустим. Пускай лежит. Ой.
Ляха, ты будешь залазить, нет? Так, ладно. С оптикой. Так. Тоже с оптикой. Ага. Ну это... Это совсем другой автомат, да? Это... Ага. Отсоединить прицел, окей. Выбросить. Так, гляди. На этот я смогу прицепить-то? А на этот, смотри, не могу прицепить. Плохо, плохо. Ладно. Пускай прицел будет. Пригодится. Лоп. Да что ты? Я слышал голоса, поэтому... Здесь еще кто-то есть. Броня. Ага. Броня. Так, броня такая же, как у меня, но только моя получается. Немного подфигачно, а это целое. Поэтому вот так делаем. Выбросить. Опа. А это что? Еще одна броня, что? А. Можно тайничок сделать, но не будем. Так, ладно, движемся дальше. Опа. Чуть не пропустил. Ну, если пропустил, то ничего бы не потерял. Так, а есть какая-то дырка-то здесь? Чтобы... Чтобы посмотреть. Жалко, сверху нету дырок. Он, похоже, перестрелял наших снайперов. Будьте внимательны, идет от бара. Волкодав, я не понял. Он что, один перестрелял наших снайперов? Да. Отправь пару ребят прикрыть ваши задницы. Понял, понял. Сейчас отправляю. Ну что, Волкодав, ты допрыгался. Сюда летит военный вертолет. Ёпта. Сейчас они вас как щенков. Ну вот этого мне еще не хватало. Твою-то мать, а! Пошел, блин, за... Вот и все. Нету вашего вертолета. Сейчас вы и получите, крысы правительственные. Ни хрена себе. А это кто еще? Что происходит-то вообще? Сверху еще. Да давай, умирай. Готово. Так. Еще. Немножко ранил, что у меня или что? Да ладно, патроны кончились, ты че? Вот это, блин, да, это да. С пистолетом теперь будет жестковато. Я надеюсь... Бляха. Только хотел сказать, надеюсь, больше никого нет. Ладно. Так. А, я тут-то не взял автомат. Ну, окей. Погнали с пистолетом. Аккуратно теперь. Откуда они орут-то? Чего вы ко мне пристали-то? Я вообще, блин, по другим тут делам. Хрена себе. Что там происходит? Ну, по голосу на бандитов похоже.
Хорошо. Немножко патрончиков. Там, кстати, на вышку залезть бы. Там по-любому снайпер был. Что интересное. И может быть я... Понятно. Я, может, хоть что-нибудь разгляжу с этой вышки. Кто где стреляет, кто где воюет. Так, погоди. А что, лестницы больше нету? Я только отсюда, что ли? Окей, а где стреляют? Так, бинокль. Не граната, бинокль. Да где бинокль-то? Собака. А где бинокль? О. Я, если честно, не понимаю, откуда и где стреляют. Нифига там-то, смотри, что там творится. Ну мне вон туда. Наверху там нет никого. Я всегда в какую-то жопу вляпаюсь, вообще пипец. Че у меня там журнал? Я, короче, пока иду к этим... Так, а в люк-то я могу залезть? Пока иду к этим кровососам, короче, я уже все потратил. Ну, если что, будем... Бля, хочу радиаться, что ли? Ну, если что, будем, короче... С ружья долбить. Где-то здесь воюют. Сталкер, помоги! На нас напали наемники. Половина наших людей погибла. Помоги нам, мы в долгу не останемся. Порвать, сволочи. Помоги нам пробиться через засаду возле завода. Я тебе скинул координаты. Так, будь осторожней, волкодав с головорезами возле вертолета. Это ученые какие-то, что ли? Короче, ты ученый болван. Или отдаешь мне заказы? Вот это, бляха, влип, а? Что делать? Надо помогать. С пистолетом это будет жестко. Блин, здесь столько железа, короче, смотри, как фонит. Окей, ладно. Собрались. Противник! Где? Я немножко не понимаю, где они находятся. Я вроде у цели. Где вертолет-то, который... О! Хера такой Рэмбо, блин. Жесть. Хрена он такой сзади подкрался. Так, ладно, где они? Если он сзади подкрался, значит, они где-то... О, вижу. На. Твою мать. С пистолетом-то это жестко, конечно. Убил? Бляха. Не торопиться. Дать всем убиться. Да, я походу того убил. Или он в обход пошел, короче. Не. Блёха. Хера такой.
Ну-ка, ты где? Вот. Бляха, с пистолета это жесть, конечно. Так, что у меня? У меня патроны, по-моему, какие-то взял. Да что ты все клинишь-то теперь? Ну, задрало. Готов, хорошо. Один патрон остался. Жесть. Блин, только вот убежал куда-то. Двое там. Пипец. Вот это заварушка. Мычи их. Мычи, говорит их. А, вон они все где. Понятно. Я чуть-чуть не дошел. Да в смысле, как? Попадают-то по мне. Встретиться с Кругловым? Задание провалено? В смысле? Убили, что ли? Короче, пока тут это, пока титьки мял, уже поубивали, видать, всех. Пошли. Да кто там стреляет? Откуда ты, блин? Ух ты, ни хрена себе они! Как вы там очутились-то? Как вы так в обход-то пошли, а? Как же так-то? Просто жесть. С одним пистолетом это дичь какая-то. Просто дичь. Да, попал в заварушку, попал. Так, ладно. Да блин, где пистолет? Да в смысле? Куда побежал, ублюдок? Граната, граната, граната. Да твою мать, ты где граната-то? Лови, нахуй. Ма! Красота! Красота просто была. Жалко, что одна всего. Говно ссаное. На! Просто меня разозлили, падлы. Вы меня нахер разозлили. Откуда ты стреляешь, дебил? А, дебил? Так, где дохлый? Допустим. Блядь! Ладно. Сейчас я тебя... Сейчас я тебя... Сейчас все будет... Сейчас будет все ништячок. Блюдок. Где это тут говно ссатое? Сожрал нахер. Все? Закончились, а? Наемники херовы. Блюдки. Так. Облутаем. Еще? Собаки. Сейчас я и тебя вылечу сейчас. Говно. Говнецо наемное.
Сдалека, конечно, не. С дробью-то. Укокошил. Я думал, не получится. Ну, надеюсь, все. Ух ты, это что такое? Вспышка, выносливость плюс 73. Ни хрена себе. Электро изредка порождает этот артефакт. Сталкеры используют его с большой охотой из-за его неплохого качества. Неплохая цена и приятный внешний вид делают его интересным для коллекционеров. Заберу себе. Хорошо. Мне подсказывает то, что сегодня мы с вами ружье не найдем. Какую-то... Мы, короче, вляпались в какую-то дичь просто. Почему в этих ящиках ничего нет? Они же должны быть со всякими вкусняхами. КП перезарядить. Все отлично. Так, это что? Слизь. А, слизь такую, по-моему... Бляха, кто еще-то? Ну! Мочи их! Я тебя сейчас так замочу, что... Где ты? Так, ладно. Все это забираем. Мочи, блин. Вот это да, РПГ. Офигеть. Это я точно заберу. РПГ. Охренеть. Так. Блин, где-то здесь. Раси, наемники, да? О! Твою мать. Не по-детски они, знаешь, да? Вооружены. На нахер. Не по-детски они вооружены просто. Наемники-то. Наемнички-то. Все, больше нет никого, надеюсь. Задрали. Полконе каком-то прятался. Он, наверное. Это, наверное, чувак, короче, который пошел перед заварушкой посерить. А тут такое началось, короче, и он хоп, а он в сортире. Так, тут какой-то тайник. Погоди. Сейчас посмотрю. Что за тайник? Здесь? Ага. Опа. Научная аптечка. Нихера себе. Медицинский набор, разработанный специально для работы в условиях зоны. Состав набора подобран как для борьбы с ранениями, так и для вывода радионуклидов из организма. Препятствует развитию лучевой болезни, а также снимает дозу накопительной радиации. Ага. Интересненько. Так, у этих патрончики забираем. Вот это случаем не логово это этих кровососов. Так, хорош, ладно. Надо это. Мы этого еще не лутали. Угу. Стыдич. Так, ладно. Сталкер, помоги! Мы возвращались с янтаря, когда нас сбили наемники. Говорят, что им информация нужна, но я-то знаю, перестреляют они нас. Сталкер, помоги, мы возвращались с янтаря, когда нас сбили наемники. Говорят, что им информация нужна, но я-то знаю, перестреляют они нас. Спасибо, сталкер.
Боится за меня плохое, но я знаю дорогу, поэтому я буду вести. А ты прикрывай нас по пути. Карташ меченый. Только иди первым. А я за тобой. Боец из меня плохой, лучше ты разведывай дорогу. Да. Блин, куда побежал? Вот тебе и это, и того, и оружие найти. Идем, идем. Да, в смысле, куда он убежал? Бляха, я потерял ученого. Они идут за нами! Меченый, останови их! Да идут они, идут за нами. Погоди ты. Так, где там энергетик? Ай! Он спрятался? А, ты спрятался, да? Ну, окей. Так, минус один. Ай-яй-яй, быстрей, 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 быстрей! Собака! Чего так долго? По нему стреляют, знаешь, фигачит, короче. А он такой, одну, короче, зарядил такой. Вторую такой чпок, короче. Спокойненько такой, знаешь. Жесть. Меченый, ты чё? Тут боевые действия происходят. Надо все быстро, четко, все быстро, быстро делать. Быстро. Ты чё, не учили, что ли? А. Меня задело! Бляха! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Фу. Ну иди сюда, говно. Я перезарядился. Я перезарядился. Да куда ты? О, впёр-то! Мудила. Бежит такой просто. Пока никого нет. Погоди. Как же я... Как же меченый не полутает? Погоди. Все, идем. Ёпта, ты в кого там уже стреляешь-то, на? Хорош. Пистолет. Ни хрена себе. Оба два такие с пистолетом. Да как? В смысле? От кровотечения сдох, что ли? А еще я сдох. Решил, ну его нахер, короче. Я лучше посижу и сдохну. Идем, идем. Стой. Давай, еще не перезарядился. Вижу кругового возле стройки. Сейчас мы его возьмем. Меченый, меченый, останови их. Они же там прихочут. Готов. Меченый, меченый. Ты куда свалил, Круглов? Круглый. Как ты здесь пролез-то, Круглый? Собака. Круглый. Как он здесь про... А, во, дырка. Надо это, короче, перезагружаться. Куда он полез-то, блин? Видишь, что там куча народу, он полез туда с одним пистолетом. Сказано же, сидеть на месте, пока всех не перероют. Идем скорей, пока никого нет. Наткнулся нахер. Идем, 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 все нормально, не ссы. Ты только не лезь туда. Только не лезь. Какого хера он научную аптечку-то принял? Где? Где, откуда стреляет? А, вон. Идем скорей, пока никого нет. Идем.
как скажешь. Может, передохнем? Засада! 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 Где? Покажи. Была и нет засад. Че, еще кто-то там есть? Ну ладно. Сейчас с ним порешаем. Идем скорей, пока никого нет. Идем, идем. Засада! Засада! Ну то, что, бляха, патронов-то вообще ни о чем. Вот это да. Блин, я еще перегружен. Но у меня есть РПГ на всякий случай, короче. Ну, что скажешь? Меченый, впереди в тоннеле аномалия жарко. Надо идти по одному, так больше шансов выжить. Иди первым. Когда я увижу, что ты дошел до конца, я пойду следом. Остерегайся огненных ловушек. И их можно обнаружить по искажениям горячего воздуха. Так, осторожнее, жарко и мечено, мне не опасно, меня защитит скафандр. Тебе лучше избежать приближения жарки. Спасибо за совет, окей. Ну окей, но... Что это было? Ну это, для начала, короче, мы с тобой, наверное, передохнем здесь, вот. То, что у меня серия подходит к концу, дорогие друзья. Вот. В следующей серии мы с вами попробуем отвести, короче, до конца ученого на янтарь, да, вот этого круглого. Не знаю, там посмотрим, что-нибудь поболтаем, да, с ним или еще что-то, короче. Потом вернемся обратно сюда, потому что нам нужно найти это фамильное ружье все-таки. Вот. Как-то у нас все не по плану опять пошло. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.